Сотрудники СУЭКа по всей России принимают поздравления с 20-летием. По численности коллектива компания может сравниться с небольшим городом. 70 тысяч человек работают больше, чем в 70 подразделениях по всей стране. Самое большое предприятие находится в Бородино. Бородинский разрез крупнейший не только в компании, во всей России. Мощнейшая современная техника, высокий уровень безопасности, высокий уровень организации работы. Все это наша компания. Сегодня СУЭК первая в России и шестая в мире по объемам производства угля. Для страны это налоги, энергетическая безопасность и независимость. СУЭК инвестировала в экономику страны более триллиона рублей. И, конечно, в регионах, где работает компания, она создает условия для комфортной жизни сотрудников и их семей. Вы вносите большой вклад не только в развитие компании, огромный вклад, он неоценимый, и вкладываете в развитие города. Это и такие проекты, как благоустройство дворов, это суэковские отряды. Но особо значимые проекты – это то, что сегодня, как мы преображаем город. Устроиться работать в СУЭК считается престижным. Стабильная и хорошая зарплата, социальный пакет, карьерный рост. Поэтому текучки здесь нет. Антон Матвеев на Назаровском разрезе уже 10 лет. У нас обновляется оборудование, то есть развиваются технологии. Улучшается производительность, соответственно. И улучшаются условия безопасности. География СУЭКа от Мурманска до Владивостока. Чтобы поздравить все коллективы с 20-летием, в компании прошел праздничный телемост. Надеюсь, что мы сохраним это отношение, что мы будем развивать компанию, развивать наши города. И СУЭК через 20 лет сможет отпраздновать и новые рекорды, и новых сотрудников, и свои новые достижения. Отмечать 20-летие Сибирская угольно-энергетическая компания собирается весь год. Сейчас стартовала трудовая вахта, ее итоги подведут ко дню шахтера.